В рамках рабочей поездки в Кашхабльский район глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории в ауле Бличевсин. Пояснение по строящемуся объекту дали министр здравоохранения Республики Адыгея Рустем Меритуков, глава муниципального образования Кашхабльский район Заур Хамирзов и гендиректор общества с ограниченной ответственностью Марк Сервис Мурат Чуяка. Амбулатория здесь очень нужна по нескольким причинам. Но первая причина – это, естественно, ауле Бличевсин, очень большой населенный пункт. Здесь много населения, больше 3000 человек, а старая амбулатория находится в здании сельской администрации. Она не приспособлена для врачебной практики, и сейчас вот в Бличевсине строится современная врачебная амбулатория, где будут предусмотрены абсолютно все кабинеты. По темпам работ? Темпы работ чуть-чуть отстают, но я считаю, что угрозы нет. Я думаю, в конце года объект будет сдан в эксплуатацию в надлежащем качестве. Строительство медучреждения стоимостью 25 миллионов рублей в ауле ведется по программе модернизации первичного звена здравоохранения. На сегодняшний день возведены стены и стропильные конструкции кровли будущей амбулатории. Ведутся внутренние и внешние отделочные работы, разводка инженерных коммуникаций. Медучреждение будет осуществлять диспансеризацию населения и оказывать поликлинические услуги. Кроме того, здесь планируется организация приема врачей узких специальностей. Амбулаторными услугами новое учреждение охватит население аула, где проживает около 3000 человек, а также жителей близлежащих населенных пунктов. Глава республики осмотрел ход строительства, пообщался с руководителем подрядной организации и обозначил необходимые шаги по синхронизации подключения объекта к подводящей коммунальной инфраструктуре.